Реновация подмосковной жемчужины идет по графику. В округе завершается первая очередь работ по благоустройству Малаховского парка. Работу дамбы оценил глава округа Владимир Ружицкий. Теперь, прогуливаясь возле озера, жители и гости Малаховки без труда могут попасть на другой берег Македонки. После масштабной реконструкции и дамба, и мост выглядят как новые. Лоск наведут в самое ближайшее время. Те, кто занимается благоустройством, просто придут некую красоту. То есть даже сверху плитку положить, мы тут рассуждали, сделаем какие-то элементы ковки, как-то украсим, чтобы это было не просто дамба, а чтобы это было такое красивое место для прогулок, для встреч. Состояние гидротехнического сооружения было признано аварийным. Администрация округа включила капитальный ремонт запруды и моста, в первую очередь работ по реновации парка. Активная фаза работ стартовала 1 июня. Сегодня работы закончены, завершены. Выполнены укрепления водосбросного сооружения, водовыпуск, укреплены тело плотины гидроматами. Проведен капремонт моста вместе с откосами. Во всех этапах преображения парка активно участвует инициативная рабочая группа. В нее входят сами малаховцы, представители общественной палаты и администрации округа. Реновация дамбы не стала исключением. Строительство этой дамбы – именно тот случай, когда местных жителей услышали. Чтобы Македонка не лишилась рыбы, жители попросили сделать порог максимально низким. Также малаховцы предложили положить вместо бетона специальный бутовый камень на откосах. Ну и сохранить старые березы. В ближайшие полтора месяца рабочие закончат укладку дорожек, установку освещения и лавочек. Вторую очередь работ по благоустройству парка завершат 10 октября. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.